Всем привет! Значит, сегодня я хочу рассказать. А рассказать можно много о, так скажем, правильных вещах. Как их носить, что носить, когда носить, как их комбинировать друг с другом. Потому что ну, вот за последние, даже, скажем, годы, не год, вот хотел сказать год за последний, то я просто подумал, что вот за то время, пока я веду канал, но да, годы, потому что я гораздо раньше начал испытывать всякие вещи, чем начал вести канал. Есть что сказать, когда-то я сам заблуждался, когда-то я сам подыскивал какие-то вещи, типа вот какую-то там ХБшку, там маечки, ни в коем случае не синтетику, но... Время идет, и время показывает, что... Ну, все-таки давайте расскажу. Давайте расскажу все по порядку. Как, что, почему. Значит, будем разговаривать, про зиму разговаривать не будем. Поговорим про белье, про термобелье. Также хочу сказать, ни на какие фирмы я не буду опираться. Просто вот сразу хочу сказать, что... Ну, вот есть некоторые фирмы, которые я буду демонстрировать, они дорогие. Но плюс этой фирмы то, что это гарант качества. Если я беру за какие-то там дурные деньги куртку Sims, или вот здесь у меня снизу лежит куртка Orvis, то я уже уверен, вот шапка Sims. Одна вот эта вот кепочка стоит 60 баксов. Но я уже уверен, что эта шапочка будет работать. Она будет не просто на моей голове одета, как вот, ну просто кепочка. Эта шапочка будет работать, потому что, ну, обыкновенная кепочка, она будет обыкновенной. У меня есть и такие, но вот это на рыбалке мне идеально работает. Я к тому же хочу сказать, что я буду говорить своими словами, я не хочу оперировать какими-то мудреными терминами, потому что даже я вам скажу, что я пришел не так давно купить себе ботинки в магазин, и там продавщица, давай мне продавщица рассказывать, какие-то термины. Ну, я, в принципе, понимаю, но мне так глубоко на это наплевать. Ты мне расскажи, вот, какие у меня будут плюсы, а не оперируй терминами, какими-то загадочными тканями. К тому же, вот, очень многие компании, понятно, что делают ту же мембрану, но они не хотят платить Гортексу за то, что они используют мембрану Гортекс. И, ну, естественно, цена же за это будет повышаться. Вот, то... Ну, собственно говоря, они какие-то свои названия придумывают, они используют то же самое, что вот в ножах есть, что... Я вот сейчас выскочил из головы, вот буквально перед тем, как я думал, как надо снять это видео, пока вот накладывал эту кучу шмоток кругом, вот, я думал, вот как раз вспомнился мне, что какая-то вот есть нержавейка с маркировкой, и в одной компании, там вроде Спайдерка, она используется с одной маркировкой, это же... Сталь на другой компании, в другой компании, она используется совершенно с другой маркировкой. То есть совершенно одинаковые материалы, просто называются по-разному, чтобы, потому что кто-то запатентовал эту марку, но другая компания сделала такую же сталь, она не украла, а просто сделала. Но ей пришлось придумывать свою какую-то маркировку, свое название, только потому что, чтобы не платить той компании деньги. Давайте продолжим. То есть некоторые фирмы есть гарант качества, то есть когда вы берете Sims, или вы берете Orvis, вы берете Riddington, вы уже знаете, что вы берете качественную вещь, которая будет идеально работать. Вот, то есть, которая будет действительно отвечать. Вот я взял мембранную куртку, и она будет дышать, она будет проветриваться, она будет не пропускать влагу, она не будет пропускать ветер. Вот, она будет удобно сидеть, она не будет мешать. За это я плачу деньги. Конечно же, можно взять что-то дешевое, фантазировать себе, что это будет когда-то работать. И по большому счету я это прошел. Вот, я покупал какие-то дешевые куртки, там, начиная от 20, 50, 70 долларов. В итоге, когда куртка начинает, вот обыкновенная мембрана, обыкновенная ветровочка начинает переваливать за 150 долларов, она начинает работать. Пока она меньше 150, нам кажется, что она работает. Поверьте мне, это опыт, это практика, и действительно иначе не получается. Как бы ни хотелось, я по большому счету продолжаю до сих пор что-то искать, что-то выискивать. Там, конечно, можно взять БУшку, Бундесфера, ну я как пример говорю, она, конечно, будет дешевле, но потому что это БУшка. Вот. А если взять новое, то новое Гортекс, новая просто мембрана какая-то, которая похожа на Гортекс, оно будет дорого.
Значит, давайте сейчас такое вот, как бы, это начальное вступительное видео сделаем такие вот пояснения, что, во-первых, термобелье. Или же давайте, наверное, все разделим на части, вот, потому что не получается все это совместить. А начну вам рассказывать. Давайте, наверное, начнем с самого низа. Нижний слой, то есть термобелье. Давайте начнем говорить с него, о нем, и, ну, пойдем дальше уже по нарастающей.